Писцовые книги по земельной описи, использовавшиеся на Руси с 15 века до середины 17 века, содержавшие сведения об имущественном положении служилых людей, в этих книгах отражалось детальное описание условий хозяйствования вотчин, сел, монастырей, составлялись московскими писцами и подьячими. Практика массового составления писцовых книг сложилась в годы правления великого князя московского Ивана III в 1484 году. Московское правительство выселило из новгородской земли более 7 тысяч землевладельцев в 1489 году. Еще 1000 на их месте размещались московские служилые люди. Это массовое мероприятие потребовало составления писцовых книг, в которых фиксировались размеры владений, качество земель, количество крестьянских дворов и другая информация, а с 30-х годов 16 начинается составление общих описаний всего российского государства. С середины 16 по всей стране вводилась единообразная система распределения государственных повинностей. Это вызвало необходимость новых сплошных описаний, позднее они неоднократно повторялись, описания проводились по указу из Москвы, писцовые книги хранились в поместном приказе. Записи писцовых книг были основным документом при определении владельческой принадлежности земель и установлении размера налогов. Примеры. Писцовая книга Водской пятины Дмитрия Китаева 7008 года. Писцовая книга Шелонской пятины письма Яныша Иванова сына Муравьевой Подичева Кирилка Кстичкова 7079 года. Писцовая книга Шелонской пятины письма Леонтия Ивановича Аксакова и Подичева Алексея Малахова 7090 года.